На лентах мировых агентств сегодня появились сообщения о гибели главаря движения «Талибан». Мулла Ахтар Мансур якобы скончался от ранений, полученных во время перестрелки двух групп боевиков. Есть подтверждение от афганских властей, но по данным которых произошло это на востоке Пакистана. Талибы всю эту информацию опровергают. Мулла Мансур возглавил одну из крупнейших террористических группировок мира в июле этого года после гибели предыдущего главаря. Известно, что после этого у боевиков произошел раскол.